Какие поправки в Конституцию настоящие, а какие фейковые? В период подготовки к голосованию, которое пройдет 1 июля, в интернете все чаще появляются ложные новости на тему новых поправок. Члены Общественной палаты Орловской области говорили об этом на очередном заседании. Эксперты разоблачили наиболее резонансные примеры фейковых новостей и рассказали, откуда берутся эти фейки.